Мне срочно нужно собрать прихожую. А то это вообще какой-то беспредел. Здесь будет комод, а сверху будет этажерка. Это комод. Это этажерка. Блин, давайте начнем с комодика. О боже мой, он весит 21 килограмм. В смысле? А почему столько запчастей? Мама родная, а как я это все соберу? Ладно, глаза боятся, руки делаю. Прошло 40 минут. У меня дергаются не только глаза, но руки и ноги. Потому что я в дрибодан запутался вот с этими фиговинами. Черт бы их побрал, не знаю, как они называются. Все это перекручивал по 500 раз. До сих пор не уверен, что это прям правильно. О май гад, я продвинулся. Я был уверен, что самое сложное позади. Но теперь нужно собрать 4 полки. Комод стоит, точнее его основание. А ящики с горем напополам я уже собрал. Пальчик ушиб, бубосеньки. И вот как он выглядит в итоге. Кстати, вся прихожая будет в едином бетонном стиле.